представители Национального исследовательского центра радиологии с двухдневным визитом в Ивановском онкологическом диспансере. Бригада из 5 ведущих хирургов проводит сразу 5 мастер-классов по оперативному лечению. Ивановские коллеги перенимают опыт у лучших медиков страны. Там проходит отточка и доработка тех технологий, которые мы в принципе умеем делать. Но что еще очень важно и замечательно, что завтра целый день мы будем как раз заниматься разбором этих операций, которые прошли сегодня. Так ли выполнено? Такой ли был осуществлен подход? Это, наверное, как раз очень важное и нужное в хирургии. Лечение рака простаты, желудка, легких, толстой кишки и молочной железы. Операции для ивановских онкологов не новые. Но, тем не менее, встать за один стол со столичными хирургами – это всегда возможность узнать что-то новое. Рядовых операций, в принципе, не бывает. Каждая операция, она особенная. Могут быть определенные нюансы. И каждый хирург, в принципе, придерживается определенных стандартов, но, тем не менее, выполняет ее в какой-то степени по-своему, и всегда есть чему поучиться. Сегодня операции у нас достаточно сложные, не рядовые, скажем так. Национальный исследовательский центр радиологии курирует Ивановский диспансер. Кроме того, визит медиков сочетается с проверкой онкологической помощи в регионе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.